Мои секреты по 100% и быстрой оттяжке вощинки. На досточку поливаю водичкой. На мокрую досточку ложу вощинку. На вощинку укладываю рамочку. Затем каточком очень аккуратно наващиваю вощинку. Затем очень нежно фиксирую воском, чтобы она крепко хорошо держалась. Вот такие получились идеальные аккуратные рамочки. Работаю с рамочками магазинчики и большая да-да. А теперь самый главный мой секрет. На пасеке очень много меда, который стекает с обрезков, прошлогодний мед, остаточки. И вот этот мед я добавляю в воду. То есть делаю очень-очень сладкую воду. Вот. Вот этот медик я добавляю в воду. Получается как бы сладкий такой, чуть ли не сироп. Перед тем, как ставить рамочку на оттяжку, пчеловоды обычно поливают с росинки ее хорошенечко. А я делаю по-другому. Я ее очень тщательно заливаю. Хорошенечко-хорошенечко ее заливаю. И пчелки прям чувствуют аромат медика сладкой воды. Все здесь, уже она на рамочку садится. Затем эту сладкую ароматную рамочку вставлю в конце гнезда между двумя расплодами. И эту рамочку закрываю расплодиком. В самом конце гнезда, перед кормовой рамкой. Они ее сейчас мгновенно облепят, потому что она сладкая, ароматная. Вот я ее поставила, третью, предпоследнюю, между двумя расплодами и закрыла перговой рамкой. В этом и есть мой секрет, что я заливаю вощинку сладкой медовой водичкой. Как пчелки очень любят рамочку после откачки с медом, точно так же они сейчас облеплят мою рамочку, сладкую медовую рамочку, и будут оттягивать. За день у меня они оттягивали рамочку тадам. В этом и есть мой секрет по быстрой оттяжке рамочек, заготовки суши.